Я считаю, что Россия со временем, сейчас люди, увидев нашу порядочность, наше отношение справедливое ко всему, что происходит в мире, не агрессивное, очень многие к нам потянутся. И даже Куба, которая была брошена раньше, я считаю, что они поняли, что мы относимся ко всем, и долги прощаем, и хотим сотрудничать. Я думаю, что люди тоже хотят мира и добра, и сотрудничества, поэтому они все потянутся к России.